8 многоквартирных домов в Звенигороде попали под программу капитального ремонта в этом году. В порядок приводятся чердачные помещения с утеплением по периметру. Идет замена кровли на оцинкованный профлист. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проинспектировал ход работ в доме 6А на проезде ветеранов. Везде, значит, разный объем работ, начиная от ремонта кровель, ремонта капитальных конструкций, входных групп. Вот сейчас это тоже эти работы уже расторгованы, подрядчики вышли. По некоторым работам уже, можно сказать, больше половины сделано. В связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился освободить жителей многоквартирных домов от платы за капремонт с 1 апреля по 30 июня. Но это не значит, что работы прекращаются. Они проводятся штатно и в полном объеме. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».